Всем привет, друзья. Вот. Доработал двигатель для модели под пластик. Ну и немножко сегодня поэкспериментировал с текстурами. Ну и сразу же у меня от друзей вопрос, каким образом накладывал текстуры. Сейчас попробую показать, может, кому интересно будет. С двигателем практически 2 месяца я провозился. Кто помнит, была бумажная версия, вернее, двигатель для бумажной модели. Ну вот с него переделывал, ну и плюс смотрел фотографии, замерял размеры. Практически все с нуля пришлось переделывать. Вот такой вот получился двигатель. Ну и заодно покажу, как он выглядит на раме модели. Вот такой вид вместе с рамой. Вроде еще здесь по 3D совпадает, все крепления, положение деталей. Так, и конечно же программа начинает немножко подвисать. Все-таки добавилось больше веса из-за текстур. Капот еще не переделывал. Ну, здесь, в принципе, уже не так много работы. Вот примерно так и будет выглядеть модель. Для начала взял вот такую фотографию, закинул PaintNet и более-менее подходящую область. Вот это мне понравилась область, такая немножко со следами эксплуатации. Просто выделил и обрезка. Немножко подкорректируем ее, чтобы было поярче и немножко контрастности. Сохраним. И можно сразу, вот я возьму на раму. Сразу ее выделяем. Там есть несколько вариантов, но я примерно вот так по-простому закидывал, как. Может, кому будет интересно просто дальше так поработать. Вот она уже с текстурой. При добавлении цвета она немножко темнее стала. Цвет, кстати, тот самый. Попробуем другой цвет ее для эксперимента.
Ну и была такая с грязью текстура, со следами эксплуатации. Сейчас попробуем. Уже для эксперимента ее закинуть. Ну это мы добавили вот цвет. Сейчас добавим текстуру. Вот и у нас рама такая грязно-красная получилась. Примерно как-то так. Может, кому, говорю, было интересно. Всем огромное спасибо за просмотры. Оставляйте комментарии. Всем удачи и до новых встреч.